Необычный турнир собрал в Вишкар-Оле профессионалов футбола. Особенность его в том, что на площадку вышли не футболисты, а профессиональные арбитры. Вот уже в 12-й раз подряд поздней осенью в Вишкар-Оле «Фокс Спартак» на пару дней собираются футбольные арбитры со всего Поволжья. И не для того, чтобы отточить судейские навыки на каком-нибудь тематическом семинаре, а для того, чтобы в прямом смысле слова оказаться в шкуре тех, кого они на протяжении всего сезона судят. И мы здесь преследуем цель общаться, встречаться после изнурительных длинных сезонов. Вот. Судейство – это непростая работа, все знают. Вот. Поэтому ребята с удовольствием сюда приезжают и общаются. И помимо того, поиграют в футбол, какие-то выплеснут свои эмоции. Это «Фокс Спартак» – турнир по мини-футболу среди арбитров Футбольного союза Приволжья, посвященный памяти нашего земляка, судьи ФИФА Александра Хохрякова. Стартовав в 2002-м в Нижнем Новгороде, со следующего года соревнования получили прописку в Вишкар-Оле. Турнир популярный. Поиграть в столицу Мариэл приехали арбитры со всех регионов Футбольного союза. Есть среди них и наши судьи. Правда, не так много, как хотелось бы. Сейчас судьи у нас остались только в третьем дивизионе. Три человека работают в третьем дивизионе. Сейчас идет тенденция на сокращение судей. Вот у нас был Павел Кутяков в прошлом году. Уже по возрастному цензу идет резкое омоложение судейского корпуса. И пока вот мы не вписались в эту тенденцию. Турнир краткосрочный, всего 2 дня, но тем не менее очень продуктивный. И продуктивный не от того, что кто-то выиграл, кто-то занял призовые места. Да, соревновательный процесс никто не отменял. Но не стоит забывать о другой стороне медали. Встречи старых друзей, отдыха после утомительного сезона. Ведь летом не до этого. Нужно работать, работать и работать. Стараюсь каждый год приезжать в Вишкар-Олу, пообщаться с ребятами. Здесь даже больше важен не результат, а сколько общения, сколько вот эта атмосфера судейская, где в конце сезона ребята приезжают пообщаться, подвести итоги, какие-то сделать выводы и получают заряд положительных эмоций. Отличный город, отличный регион. Очень сильно развивается, строятся дворцы спорта, фоки, бассейны, ледовые арены. Очень город преобразился по сравнению, там, я не знаю, лет 10 назад. Пару слов об итогах турнира и, прежде всего, о выступлении команды «Мариэл». Наши стали 6-ми из 11 команд-участниц. Этакая золотая середина. На первом месте – сборная Удмуртии. На втором – команда Татарстана. На третьем – судьи из Саратова. Как видим, нашим есть куда стремиться. И ровно через год на очередном турнире памяти Александра Хохрякова ждем от наших только медалей. Ну а в целом – большего представительства на соревнованиях самого разного уровня.